Ровесники независимости. Мероприятие под таким названием прошло в Теректинском районе. В нем приняли участие молодые люди, родившиеся в 1991 году и добившиеся успеха в той или иной сфере. Встреча организована районным домом детского творчества и общественным объединением СУШН. На встречу были приглашены самые яркие ровесники независимости. К слову, среди молодых теректинцев их немало. Они трудятся в разных сферах – образовании, здравоохранении, бизнесе, спорте. Айгуль Сагбаева – врач-невропатолог. Собравшимся она рассказала, почему выбрала эту профессию и насколько важно быть профессионалом своего дела. Я ровесница независимости, благодаря созданным условиям получила высшее образование. Теперь сама работаю во благо населения и нашей страны. На мероприятии выступили местные творческие коллективы. Они исполнили патриотические песни. Ранее мероприятие организовывали в онлайн-формате. Сегодня оно проходит офлайн. Наши школьники смогли встретиться с ровесниками независимости, задать интересующие их вопросы. Многие из них сейчас добились успеха в своей сфере. Это яркий пример для молодого поколения. В рамках мероприятия прошел мастер-класс. Каждый желающий мог принять участие в нем. В завершении всем участникам были вручены благодарственные письма от имени Акима района и памятные подарки. Алексей Кочемасов, Альбина Кумаргалиева, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.